Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Итоги работы и планы на будущее. Сочинские единороссы обозначили задачи на ближайшие полгода. В приоритете решение социальных проблем. Напал на женщину с ребенком и украл сумку. Сбежал, но выдала рабочая форма. За разбой злоумышленнику из Саратова грозит длительный тюремный срок. Олимпиада, мифы народов мира, энергия стихии, дыхание православия. Известный художник Владимир Олейник открыл в Сочи юбилейную выставку. Определился последний участник Кубка Конфедерации 2017. Кто выйдет на поле стадиона «Фишт» против сборной Германии? Бюджет региона вырос почти на 30 миллиардов рублей. Это больше, чем за последние три года. Вопросы о доходах и расходах Вениамин Кондратьев сегодня поднял на краевой планерке. Как отметил глава региона, хорошая динамика поступлений отмечается в туристической отрасли, промышленности и сельском хозяйстве. Всего же за 2016 краевой бюджет составил 230 миллиардов рублей. Экономика – это самый, наверное, ключевой показатель самочувствия нашего региона. Сегодня стабильность есть, это общая наша заслуга. За этой стабильностью стоит работа каждого из нас. Каждого из нас. За каждой цифрой бюджета. Антикризисный план, который сработал, показал свою жизнеспособность, он показал свою результативность. 77 пунктов антикризисного плана выполнено 49. Ну вот выполнили, значит смогли где-то положить ту соломку, ту подушку безопасности, которая позволила нам сегодня иметь такие результаты. В этом году задачи еще более амбициознее, добавил Вениамин Кондратьев. В бюджет края должно поступить не менее 240 миллиардов рублей. Все социальные расходы важно сохранить хотя бы на уровне прошлого года. При этом дополнительно на здравоохранение губернатор Кубани поручил предусмотреть миллиард рублей. Дороги Темрюкского района проверили по поручению губернатора, в том числе и в поселке Таманские. На состояние одной из улиц накануне пожаловались местные жители. Они выложили в интернет видео разбитого участка дороги. По словам людей, там сложно проехать даже на машине. Вениамин Кондратьев узнал о ситуации из социальных сетей. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Вот она, та самая улица Каминского в небольшом поселке Таманский. Всего за сутки стала чуть ли не самой популярной в крае. В сети появился ролик, где вместо таблички с именем героя Великой Отечественной появилось новое название. Улица имени губернатора Краснодарского края Кондратьева. На видео также показана дорога, которая, по мнению автора, срочно требует ремонта. Дороги остались вот такими вот ужасно грязными, разбитыми, по которым ходить может только тогда, когда на улице минус. Таким образом, видимо, хотелось привлечь внимание главы региона. Вениамин Кондратьев инициативу о переименовании не поддержал, но видео посмотрел. Увидел, поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил. На деле это оказался всего лишь один квартал улицы Каминского. 280 метров в длину и чуть больше 3 метров в ширину. Сейчас на этом квартале улицы Каминского стоят всего 6 домов. Остальные на стадии строительства. Как говорят сами местные жители, это в основном дачные участки. Поэтому оживает квартал в основном только летом. Круглый же год на постоянной основе здесь живут пока только 2 семьи. Автором короткометражки стал житель Краснодара Сергей Пенягин. В поселке на этой улице он тоже построил небольшой дом. Решение о таком переименовании принял сам, с соседями не советовался. Да и в принципе отношения далеко не со всеми сложились. Я с ним лично как-то стараюсь не поддерживать отношения, потому что этот человек, ну, как-то ведет себя, ну, несколько вызывающе, несколько непорядочно ко мне, со мной обошелся. То есть он начал пользоваться, значит, водопроводом, который я проложила за свои деньги. На дорогах действительно нет асфальта. Не покрыта она и свежим щебнем. Но такая каждая вторая улица в поселке, говорят местные жители. У нас дороги намного хуже. И у меня вообще семья многодетная, детей много. И нам бы хотелось самим что-то. Но мы просим в администрации. Мы знаем о том, что в администрации не очень много денег. И по возможности что-то мы просим, хотя бы, чтобы нам ямы там позасыпали. Но чтобы так вот такой человек приехал и тут так сказал: положите мне асфальт, но это, конечно, конечно, круто. Человек для того, чтобы добиться или привлечь к себе внимание, представившись местным жителем, решил переименовать улицу в честь нашего губернатора. Может быть, губернатор и заслужил, как бы, чтобы в честь него назывались улицы, но я не считаю, что это неуместно. Поэтому сам этот факт меня глубоко очень возмущает. Просто это очень, ну, подлый поступок, если честно. И так, слава богу,
администрация нам помогла. Щебеночку просыпали, утрамбовали. Вот хорошо, можно спокойно ездить, машина не завязнет, не загрузнет. Пинягин с ними не согласен. Дорога здесь просто обязана быть, утверждает доморощенный оператор. Не расставаясь со своим мобильным телефоном и снимая чуть ли не каждый шаг, в том числе и нашей группы, размышляет о бездействии местных чиновников. И даже считает, что будь на их месте, уж точно бы отремонтировал абсолютно все дороги. Наверное, с последние с полгода. Я здесь нахожусь по 2-3 по 2-3 недели. Вы знаете примерно, сколько в Темрюкском районе есть улиц, дорог, где гораздо длиннее по протяженности, где гораздо больше людей живет, что они либо в таком же состоянии, либо еще хуже. Почему вы считаете, что эта дорога должна быть приоритетнее, чем другие? Я не считаю, что она должна быть приоритетной. Я считаю, что выполненные обязательства, которые они взяли на себя, они должны выполнять. Почему меня должны интересовать проблемы их, когда у них есть бюджеты, когда у них есть федеральные программы? Давайте представим, вы были главой поселения, на вас стоит выбор сделать подъездной путь. Я еще раз вам говорю, я буду изыскивать способы. Что вы будете делать в первую очередь? Я вам в данный момент не могу это ответить, потому что я не глава поселения. Ремонтировать дорогу прямо сейчас в местном бюджете просто нет денег. Да и насколько это целесообразно, если квартал только застраивается, задается вопросом уже глава поселения. Мы дорогу выполнили в таком виде, и средства, которые мы затратили здесь, это были спонсорские, потому как мы не могли собственных средств потратить, у нас их просто нету. На сегодняшний день существует дорожная карта, которую мы согласовали с советом, дорожная карта по ремонту дорог, какие вперед, какие во второй. Мы включили в дорожную карту эту дорогу, определили план действий, и мы этим вопросом занимаемся. То есть говорить о том, что мы здесь ничего не делаем и выполняем такие кощунственные действия, которые, это неправильно. В бюджете всего 14 миллионов рублей, добавляет поселковый глава. А задача в два раза больше. Нужно и подъезды к детским садам сделать, и к земельным участкам для многодетных семей путь проложить. Так может, в этом споре нужно расставить правильные приоритеты и прислушаться к мнению всех жителей поселка. Мария Крошина, Алексей Комаров, Кубань, 24, Темрюкский район. Сочинские единороссы обсудили итоги съезда партии. Накануне в Сочи состоялось заседание политсовета местного отделения «Единой России». В его ходе были рассмотрены итоги работы 16-го съезда, который прошел в конце января в Москве. И поставлены задачи на первое полугодие текущего года, расскажет Татьяна Говоркова. В работе заседания приняли участие депутаты из фракции «Единая Россия» в городском собрании Сочи, члены местного политического совета и молодой гвардии, сторонники партии, представители общественных организаций. Единороссы обсудили работу сочинского местного отделения партии в свете тех вопросов, которые поднимались на прошедшем в конце января в Москве съезде, участником которого стал и глава Сочи Анатолий Пахомов. На заседании политсовета сочинские единороссы проанализировали, что было сделано, а чему предстоит уделить больше внимания и сил в ближайшее время. В первую очередь, это социальные проекты, которые касаются здоровья, которые касаются жизни нашего старшего поколения, которые касаются молодежи. На втором месте это те проблемы и те программы, которые затрагивают вопросы комфортного проживания в нашем городе. То есть это состояние дорог, газопроводов, водопроводов, эти программы, которые будут рассматриваться. И сегодня мы проанализируем те задачи, насколько на сегодняшний день увязаны программы, которые поставлены партией на съезде, и те программы, которые реализуются в нашем городе Сочи. Одна из задач сегодня отметили на заседании – обеспечить эффективную реализацию партийных проектов, усилить прямую и обратную связь с населением. Основные вопросы, которые требуют решения обязательно решаться в ближайшее время – это нехватка мест в детских садах и школах. За последнее время в Сочи построено 5 новых и отремонтировано 36 старых школ, построено 7 новых детских садов и 11 пристроек существующим. Уже сегодня строится детский сад ФЛО, а также сад и школа в Верхней Беранде. В марте начнется строительство школы в Веселом, в мае в поселке Савиткваджи планируется и школа на Мамайке. Продолжится и реализация программы по переселению из аварийного жилья. По поручению главы города Анатолия Пахомова будет работать уже муниципальная программа. Ну а на сегодняшний же день из ветхого жилья переселили почти 900 сочинцев. Продолжат и ремонтировать дороги. В этом году на эти цели выделено 510 миллионов рублей. Также в повестку политсовета были включены организационные вопросы назначения координаторов округов и формирование персонального состава партийной комиссии. По оценке политологов, Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня является одним из лучших в стране по качеству работы. Кроме того, оно занимает третье место по численности после Москвы и Татарстана.
Татарстана. И большой вклад в такой результат вносит сочинское местное отделение. Политику, проводимую партией, сегодня поддерживает большое количество населения. В Сочи это 60% горожан. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сверка депутатских часов с населением Сочи. Всю прошедшую неделю Константин Затулин, представляющий в Госдуме Сочинский избирательный округ, встречался с местными жителями. Одна из таких встреч прошла накануне в администрации Лазаревского района. В микрорайоне Лазаревская председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин совместно провели прием граждан по личным вопросам. В этот день Филонов и Затулин приняли почти 20 избирателей района. Тематика обращений была разнообразной. Улучшение жилищных условий, земельные и имущественные вопросы, уличное освещение, ремонт дорог, экологические проблемы. Отдельные обращения участников приема затрагивали общественные интересы населения. В частности, один из запросов поступил от граждан, проживающих в районе санатория Лазаревский. Он касался возможности организации удобного прохода к станции электрички и передачи домов на обслуживание в коммунальной организации напрямую, а не через санаторий. Для решения прибыл и директор этого учреждения. В итоге стороны нашли общий знаменатель для конструктивного диалога. Обращайтесь к Константину Федоровичу по поводу прохода через территорию санатория Лазаревского к муниципальной трассе, к остановке, к выходу на пляж, на санаторский, ну, кажется, муниципальный пляж. Обратились по поводу ремонта дорог, обратились по поводу уличного освещения, которое у нас отсутствует. В течение 15 лет ведем переписку, говорится, с места никак не могли сдвинуться, на данный момент хотя бы у нас пошли подвижки. Динамика подключения идет в течение последнего месяца, уже стали подключать людей к свету, к воде. По данным вопросам, которые сегодня задали, также между санаторием Лазаревским и Колосом вроде как достигнуто соглашение, что они все-таки решат этот вопрос. Для оперативного решения проблем по каждому поступившему обращению были даны поручения, определены сроки их выполнения и исполнители. В итоге прием граждан продлился 6 часов. Приняли и тех, кто заранее записался, и тех, кто в последний момент решил обратиться без всякой записи. По целому ряду вопросов нам придется продолжить работу, поскольку надо написать письма в разные инстанции, надо добиться решения тех или иных вопросов. К другим новостям. 11 лет в колонии общего режима проведет уроженка Абхазии. Эсмачкаду осуждена за контрабанду крупного размера наркотического вещества N-метилофедрона. Пограничники задержали женщину на пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в сентябре минувшего года. Чкаду в нательных вещах пыталась перевезти через российско-абхазскую границу 2 пакетика с кристаллическим веществом белого цвета. Позже экспертиза установила, что в полимерных свертках содержится около 2 граммов N-метилофедрона. Такой объем сильнодействующего наркотика приравнивается к крупному размеру. За преступление ближайшие 11 лет женщина проведет за решеткой. В Сочи раскрыто разбойное нападение. В дежурную часть отдела полиции Хостинского района обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что вместе со своим внуком возвращалась домой из магазина. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина. Он нанес потерпевшей несколько ударов по голове, вырвал из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Слово Ольге Десятовой. Установить маршрут движения злоумышленника удалось благодаря видео с камер наружного наблюдения. Пустую сумку потерпевшей, которую нападавший успел выбросить, полицейские обнаружили на берегу реки, недалеко от места совершения преступления. Из примет женщина сумела описать высокий рост преступника и также сообщила, что он был одет в ярко-оранжевую куртку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 28-летний приезжий из другого города. Установлено, что мужчина работал дорожным рабочим и в момент задержания находился в этой самой оранжевой куртке. Ну а вот он, тот самый злоумышленник, 28-летний приезжий из Саратовской области. На улице Ялтинской увидел женщину, дернул у нее сумочку, сказал: отдай сумочку. Она двумя руками взялась за нее, выдернул сумочку, попытался скрыться. Ребенок был рядом? Ребенок на руке висел, на плече. Сумочку выдернул,
женщину оттолкнул, ребенка не трогал. Установлено, что мужчина приехал в Сочи на заработки и жил на съемной квартире. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Застройщик пострадавшего дома на Макаренко возведет опорную стену и проведет работы по отводу воды. Прокуратура Центрального района Сочи обратилась в суд в защиту жителей многоквартирного дома. Там, я напомню, в ноябре сошел оползень. Он заполнил глиной пространство до окон первого этажа и деформировал железобетонные колонны пристройки прокуратурой районов. В Центральный районный суд Сочи направлено исковое заявление о признании действий застройщика дома незаконными. Он нарушил требования безопасности при строительстве. Теперь застройщик должен выполнить противооползневые работы с возведением подпорных стен и удерживающих сооружений, а также провести работы по организации поверхностного и подземного водоотвода в месте оползня. Я добавлю, что в ликвидации последствий ЧП самое активное участие принимала городская мэрия. Ее силами с места сошедшего оползня было вывезено порядка 10 тысяч кубометров земли. Еще одна информация от сочинской прокуратуры и снова о застройщиках. Прокуратура Центрального района провела в Сочи проверку исполнения земельного законодательства. В ее ходе был выявлен факт размещения в интернете запрещенной к распространению информации, а именно о реализации квартир в 12-этажном доме по улице Волжской. В нашем эфире мы уже рассказывали об этом доме. Несмотря на отсутствие разрешения на строительство, свыше 3 этажей на Волжской начали возводить высотку. Строительство несколько раз приостанавливали. Тем не менее, информация о продаже квартир в этом незаконно построенном доме ЖК «Майами» все же еще можно найти в интернете. Размещение такой информации на сайтах в свободном доступе является, как говорят в прокуратуре, приготовлением к совершению мошенничества в части реализации квартир на этажах дома, разрешения на строительство которых не выдавалось. Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о запрете распространения информации о продаже квартир в 12-этажном жилом комплексе. Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры района. И продолжаем выпуск. Завтра в Сочи отметят 3-ю годовщину старта Олимпийских игр в Сочи. К этой памятной дате в городе подготовили целый ряд мероприятий. Ожидается и приезд высоких гостей. Так, на курорт прибудут Жан-Клод Келли и Рене Фазель. Почетный член Международного олимпийского комитета, который возглавлял координационную комиссию МОК по играм 2014 года и президент Международной федерации хоккея, посетят горнолыжный курорт «Роза Хутор». Там на центральной площади планируется заложить их звезды. Гости также побывают в 2 знаковых объектах курорта, которые появились в городе благодаря Олимпийским играм. Питомник переднеазиатских леопардов, а также образовательный центр «Сириус», где встретятся с детьми. 7 февраля в нашей стране отмечается День зимних видов спорта. В этот день в разных городах пройдут соревнования, турниры и викторины. В Сочи, например, в Ледовом дворце «Большой» состоятся открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей». В Ледовом дворце «Айсберг» пройдет открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. А 11 февраля в Эстасадке стартует традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России». И к новостям культуры. В Сочи стартовал фестиваль высокого искусства. Он будет проходить на курорте в течение 2 дней 6 и 7 числа. Фестиваль высокого искусства назвали «Палитра времени». Это выставка, на которой будут представлены работы Владимира Олейника. Он заслуженный художник России, участник многочисленных отечественных и зарубежных художественных выставок. Его работы находятся в разных музеях России и частных коллекциях на родине и за рубежом. Выставку приурочили к предстоящему 70-летию художника. Здесь выставлены работы последних 10 лет. Здесь тем несколько серий работ. Значит, олимпийская тематика здесь есть, присутствует у нас. Мифы народов мира есть. Есть у нас также «Энергия стихий», сериал есть. Есть у нас также и «Дыхание православия», то есть и духовные мотивы тоже присутствуют на этой выставке. Сочинцы и гости города знают Владимира Олейника в первую очередь по художественному оформлению территорий и интерьеров санаториев «Русь» имени Дзержинского, «Искра», «Весна», «Бургас», «Белые ночи», а также пансионатов «Дружба», «Юность» и других архитектурных объектов. Ну и теперь могут ближе познакомиться с его картинами. Выставку Олейника все желающие смогут посетить и завтра, 7 февраля.
Определился последний участник футбольного кубка конфедерации, матчи которого пройдут уже в этом году, в том числе и в Сочи. Последним участником кубка стала сборная Камеруна. Уже в пятый раз в своей истории она выиграла в финале Кубка африканских наций, обыграв сборную Египта со счетом 2-1. Кубок конфедерации проводится в восьмой раз в истории. В нем принимают участие 8 сборных. Жеребьевка турнира прошла в Казани еще 26 ноября, но тогда один из 8 участников турнира был неизвестен, так как Кубок африканских наций был разыгран только сейчас. Таким образом, в Сочи на стадионе «Фиш» состоятся 3 матча Кубка конфедерации. 19 июня в Сочи сыграют Австралия и Германия. 21 июня на поле выйдут Новая Зеландия и Мексика, а 25 числа Германия и Камерун. На стадионе «Фиш» встретятся и команды выше. Вышедшие в полуфинал, одной из них может стать и сборной России, если займет второе место в своей группе. Две россиянки завоевали бронзовые медали на первом в современной истории первенстве Европы по настольному теннису. В Сочи на тренировочной базе «Югспорт» собрались более сотни юных спортсменов из 34 стран. Они вели борьбу за 4 комплекта медалей в одиночных и парных разрядах. Накануне были определены победители и призеры. По условиям состязаний первенства Европы участники не старше 22 лет. Это такой переходный возраст, когда спортсмены уже не юниоры, но пока еще не могут участвовать во взрослых турнирах. Поддержать в этот период спортсменов и мотивировать их оставаться в большом спорте и есть основная задача европейского молодежного первенства. Несколько лет идея, как говорится, витала в воздухе. Международная федерация настольного тенниса долго выбирала место проведения турнира. Россия смогла убедить, что сможет предоставить лучшие условия. Так Сочи стал хозяином первого в современной истории европейского молодежного первенства. Одним из тех, кто активно продвигал город-курорт, стал председатель попечительского совета Российской Федерации настольного тенниса Игорь Левитин. Я очень рад, что в Сочи приехали все федерации настольного тенниса Европы, что это еще раз доверие к спорту в России и, самое главное, к Сочи. Всем очень понравилось. И говорят, что если можно было, то все чемпионаты мы проводили бы в Сочи. По результатам турнира наши юноши остались без медалей, а девушки завоевали бронзу. Реально оценив свои силы и силы соперника, перед российскими теннисистами тренеры поставили задачу как минимум войти в восьмерку сильнейших в одиночном разряде и побороться за медали первенства в парном. И с этой задачей наши спортсмены справились. Мария Тайлакова из Самары выступила даже лучше ожидаемого. Не просто вошла в восьмерку сильнейших в одиночном разряде, но и взяла бронзовую медаль. А нижегородка Екатерина Гусева стала третьей в паре с чешкой с Дэной Башлаковой. Среди одиночников победителями стали Шанталь Манс из Германии и Томислав Пуцар из Хорватии. А в женской паре спортсменки из Бельгии. А среди мужчин теннисный дуэт представителей Дании и Словакии. В России настольный теннис – любимый и очень распространенный вид спорта. Поэтому в том, что и у нас будет золото, сомнений нет. И, возможно, даже чемпионом станет юный сочинец. Во всяком случае, мэрия курорта планирует продолжить популяризацию этого вида спорта. Хорошо, скажем, себя зарекомендовал этот вид спорта, что нам дает также возможность развивать и детский теннис в городе Сочи. Для этого у нас сегодня есть материально-техническая база, которую нам предоставляет с удовольствием федеральное предприятие «Югспорт». И поэтому мы видим, какие замечательные условия, в которых можно играть в теннис. Соревнования были своеобразным смотром претендентов на участие в национальных сборных. Поэтому, скорее всего, имена участников первого европейского молодежного первенства мы услышим и на взрослых турнирах. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня открылись всероссийские соревнования по длинным метаниям. Это традиционный для города турнир. Он проходит ежегодно на полях стадиона «Юность». А посвящены соревнования памяти заслуженного работника физической культуры России Анатолия Лунева. Слово Ренате Шипулиной. Уже 21 раз проводится так называемый мемориал памяти заслуженного работника физкультуры Анатолия Лунева. В свое время он был директором спортивной школы легкой атлетики в Краснодаре, которая считалась сильнейшей, а ее воспитанники занимали призовые места на первенствах и чемпионатах Союза. На этот раз 179 спортсменов из 24 регионов приехали для участия в соревнованиях. Первый день – метание копья и метание молота. Соревнования у нас проходят. 4 возрастной группы – юноши, юниоры, молодежь и взрослые. 3 дисциплины – метание копья,
метание молота, метание диска. Люди, которые выступают здесь, они претендуют на попадание в команду от регионов. Кто в команду не попадает, принимает участие в личном первенстве. Это, по сути, первый старт для спортсменов на открытом воздухе. Многие приехали из северных регионов, где тренировка возможна только в манеже. Впрочем, погода не повлияла на график соревнований. Всероссийские соревнования проходят за неделю до зимнего чемпионата и первенства России по длинным метаниям, где примут участие уже порядка 300 спортсменов. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.